Сангрия – настоящий согревающий напиток родом из Испании. В классическом варианте его делают на основе красного вина с кусочками фруктов, обычно яблок и апельсинов. Но мы пойдем другим путем. Я расскажу вам, как приготовить сангрию с персиками. Алкоголь будет в виде белого вина и ликера. Получится сладкий напиток, который отлично дополнит вечеринку с друзьями. Вкус совсем не похож на привычный рецепт, но от этого он не менее вкусный. Только такой напиток является коварным, потому что незаметно пьянит. 1. Персики промойте и нарежьте тонкими дольками. 2. В кастрюле нагрейте воду с сахаром, пока он полностью не растворится. 3. Затем залейте персики получившимся сиропом, ликером и вином. Оставьте фрукты в таком виде на 2 часа. 3. Затем залейте персики получившимся сиропом, ликером и вином. Оставьте фрукты в таком виде на 2 часа.